Всем привет, дорогие друзья! С вами Меридар, с вами Diablo 2, модификация проклятия Тристрама на движке второго Старкрафта. Это что-то с чем-то. Давно все фанаты Diablo, что первого, что второго, ждали рестайлинга. Так, данной модификацией занимается один человек, ник его мы видим на своих экранах. Вот, если первое Diablo есть мод HD-мод, он так и называется, вот, то у второго Diablo ничего такого не было. Были модификации, которые увеличивали разрешение, но, как по мне, блин, играть этими маленькими фигурками, да, при огромном разрешении, это совсем не то. А здесь полный тюнинг, полная переделка игрового движка, да, перенос на движок StarCraft, это что-то с чем-то. Вот, разработка ведется с 2010 года до сих пор, до 2016. Как только я сразу же услышал, да, об этом, я сразу же побежал на торренты. На торрентах, к сожалению, может быть, и к счастью, ничего я не нашел, да, ни на одно. Ну и пофигу. Как заявляет разработчик, что действие игры будет происходить после завершения сюжета во второй части. Хорошо это или плохо, я не знаю. Как по мне, я бы больше хотел просто нового движка, да, и чтобы никто сюжет не трогал. Заниматься тем же, чем мы занимались. Но это мое мнение. С другой стороны, как бы все уже это Diablo 2, ну кто хотел, затерли до дыр и хотят что-то новенькое. Если автор, ну, скрестим пальцы, что-нибудь такое интересное придумает, да, интересную какую-то сюжетную линию, будет просто здорово. Как мы видим, здесь куча моделек позаимствована из второй Diablo, из третьей Diablo, из героев Шторма. Ну, как бы это и хорошо, да, те же самые Близы, те же самые, в принципе, и герои, да, тот же самый Тироэль. Как по мне, он такой немножечко такой пухловатый. Но не в этом суть. Вот, разработчик обещает PvP. Видел парочку роликов. Вот, новый акт какой-то. Вот, Тироэль, да, такой какой-то пухленький. PvP. Видел несколько роликов. Вроде бы древо скиллов никто не трогал. По-моему, показывали ассасинку, если я все помню. Как бы, вроде все то, что было во второй Диабле, то и тут. Как бы, ну, в плане баланса, значит, все будет окей. Ну, это и хорошо. Вот, воссозданы старые локации. Блин, как здорово будет тут побегать, да, по какому-нибудь Тристраму, логову. Не, вообще здорово. Как по мне, вот первый раз, когда я видел ролики, мне так немножечко глаза так порезали, как бы, непривычно, да, мне показалось, что вот моделька персонажа самого довольно-таки большая. Ну вот не знаю, вот посмотрев эти ролики, там, не знаю, второй, третий раз, как бы, не знаю, привыкаешь. Ты видим этих демонов с третьего Диабло. Ну здорово, здорово. Дай бог, чтобы разработчику все получилось. Вот, у него есть свой сайт, свой канал на YouTube, там у него тоже реквизиты прикреплены, так что кто хочет поддержать проект, милости просим. Ну здорово, здорово. Этот огонь вырывающийся. Зубы некроманта. Конечно, это всего лишь альфа, да, здесь видны интерфейс StarCraft, но будем надеяться. Ну что ж, дорогие друзья, с вами был Меридар. До новых встреч. Пока.